Откровение 7 глава 12 стих записаны такие слова. Благословение, слава и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Стихотворение «Благодарение Агнцу», и его написала Вера Сергеевна Кушнир. Когда звезда последняя погаснет, земля и все дела на ней сгорят, и лязгнет бездна ненасытной пастью, Отец и Сын опять проговорят. И Божий Дух, как яркая комета, над тьмой взовьется, как когда-то встарь. И новая появится планета, и на престол взойдет Спаситель, Царь. И скажет Он, сидящий на престоле, отныне я все новое творю. Я Альфа и Омега, верный в слове. Свершилось, ныне снова говорю. Исчезнет дьявол навсегда, навеки. Не будет зла, что мы терпели с ним. И с новым именем святые человеки, воспев, войдут в святой Иерусалим. Там воды жизни светлою рекою через новый город понесут всем мир. И Агнец Божий сам своей рукою невесту поведет на брачный пир. И древо жизни, что когда-то было источником бессмертия в раю, 12 раз плоды в году обильно даст, чтобы исцелять спасенный люд. Не смерти и не зла уже не будет. Сам Агнец слезы нам с очей отрет. И каждый горе там свое забудет. В блаженстве вечном с Богом заживет. Как можно при таких обетованиях не пасть к ногам того, кто мог их дать? И с ангелами вместе с ликованием не восклицать, а может быть кричать: достоин Агнец, закланный, воскресший, принять от нас все, что под небом есть: благословение, силу, славу, крепость, благодарение и хвалу, и честь. Аминь.